Утро в муниципе Бельце началось с протеста. Местные перевозчики припарковали свои маршрутные такси и автобусы перед зданием местной примарии. Транспортники пожаловались примару Бельц Николаю Григоришину, что с ростом цен на топливо их доходы резко снизились. 8 на повышение цен. Так как мы в убытках, мы не получаем зарплаты, ниоткуда ее выплачивать. И мы работаем. За 70 лет в день, я думаю, что так невозможно прожить на 70 лет в день, оплатить услуги и купить кусок хлеба, который стоит 6,50 или 7. А нам не хватает на солярку. Плюс-минус, суббота-воскресенье, вообще за 40-45 лей мы катаемся. Изначально перевозчики требовали повысить стоимость проезда с 3 леев до 7. Местная администрация предупредила, что это требование невыполнимо. В результате дискуссии пришли к компромиссному варианту – 5 леев за поездку. Повышение стоимости проезда на 2 лея будет обсуждено на заседании Бельского муниципального совета. До пятницы я вас прошу вернуться работать на свои рабочие места. А до пятницы будет рабочая группа, в пятницу будет муниципальный совет, и там будет решаться повышение тарифа. Поэтому вы предоставили экономическое обоснование свое. Экономическое обоснование ваше есть в ГФУ, я понимаю. Это экономическое обоснование изучат, предоставят его на рабочую группу. И в пятницу этот вопрос выйдет на неочередной сессии. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Бельцах стоимость поездки в троллейбусе составляет 2 лея, а в автобусе и маршрутном такси – 3 лея.